Раз уж мы начали сегодня с музыки, то давайте поговорим с самой исполнительницей. У нас сегодня в студии Дарья Медяник, певица и автор песен. Дарья, доброе утро. Доброе утро. Песня, которая у нас сейчас прозвучала, тоже авторская? Да, конечно. Сколько уже авторских песен, ну вот в таком записанном, готовом варианте? Опубликовано больше 10, которые доступны на всех стриминговых сервисах, можно послушать. А так вообще почти 20. Не знаешь, что было всегда интересно? Вот публикация на стриминговом сервисе, это сложная процедура вообще или нет? Ну, сложно первый раз, как и многое. А когда разберешься, довольно рутинно. Это же не просто рутинная... на страничку выложить. Ну, конечно, это требует большего количества действий, но в целом рутинная процедура, с которой довольно просто разобраться. Платно? А по-разному бывает. А, да? Но есть и вполне бесплатные сервисы, можно все сделать. А написать песню, насколько это сложно, и сколько было лет, когда родилась первая песня? Как говорят, кто не пишет там в 17 лет, да? Ну, может быть, и еще раньше. Нет, у меня все случилось, наоборот, гораздо позже. Я написала первую песню, когда была в декрете, в 19 году. И вот с тех пор у меня открылся к этому интерес, и до сих пор я этим занимаюсь. Так, у нас есть информация про проект, национальный проект «Родники». Да? Это проект Олега Газманова. Да, несколько слов о нем и каково участие вообще. Персонально о Газманове или о проекте? О Газманове мы знаем. Проект действительно очень масштабный. Он проходит уже второй раз в нашей стране. В этом году он получил статус международного, потому что там еще участвуют участники из Белоруссии. Проект нацелен на поиск созидательной музыки, которая бы учила чему-то позитивному, направляла бы слушателя к позитивным каким-то размышлениям. И Олег Газманов является идейным вдохновителем этого проекта, лично отсматривает с большим и известным жюри очень много композиций. Так, в этом году было почти 2000 конкурсных работ, и вот одну из моих песен, которую я направляла, отметили эксперты, и вот сейчас я жду, когда будет финал, когда будет объявление результатов финала, чтобы узнать об этом. А в чем проект заключается? То есть ты присылаешь саму песню, или это должно быть в видеоформате, и они потом уже говорят, ну... Нормально. Можно прислать и песню в аудиоформате, и в видеоформате, и конкурсное жюри отсматривает именно песню как продукт готовый, то есть текст, музыку. Подойдет ли она Газманову? Ну, не Газманову, а для финального концерта и для последующих выступлений. И если песня устраивает, но требует каких-то доработок, то продюсерский центр... прилагает к этому усилия, чтобы песня получилась готовой и понравилась слушателям. Когда финальный концерт и что на кону? Есть ли какой-то призовой фонд, какая-то награда для того, кто попадет или, в финал? Или концерт уже награда? Сейчас 30 или 31 мая будут объявлены на портале результаты и те, кто выйдут в финал. Сам финал состоится 4 ноября в Нижнем Новгороде. И там будут объявлены уже победители по каждой из номинаций. Призовой фонд очень большой в этом национальном проекте, но он выдается не деньгами победителям, а как возможности для продвижения своей песни. То есть это может быть съемка видеоклипа, студийная запись сингла или альбома, либо какие-то другие дополнительные бонусы. Полезная в карьере. Да. Возможности для продвижения в нашей программе тоже есть. Как минимум, это телевизионный эфир. Ну и, конечно, хочется услышать музыкальную композицию. Поэтому эфир, как возможность для продвижения, мы передаем вам. Хотим услышать, что же это за композиция. Это где-то в глубине. Это не похоже ни на что другое. На пути к своей мечте делать все, что можешь, вылезать из кожи. Выдох и вдох, снова готов на бой. С собой ты впереди. Сердце стучит. Имя твое сегодня в историю вписано золотом и добела. Нервы внутри, шансы равны, но ты впереди, ты впереди. Выделяться из толпы, делать выбор верный, чтобы однажды первым флаг нести своей страны. Кубки и медали, посвящая маме, снова на старт, это та старт внутри. Стучит. Имя твое сегодня в историю вписано золотом и добела. Нервы внутри, шансы равны, но ты впереди, ты впереди.
впереди. Сердце стучит, имя твое сегодня в историю вписано золото и добела. Нервы внутри, шансы равны, но ты впереди, ты впереди, ты впереди. Сердце стучит, имя твое сегодня в историю вписано золотом и добела. Нервы внутри, шансы равны, но ты впереди.